Маруся снимает для своего канала. Так, друзья мои, я вижу, что здесь есть остановка такси. Сюда мы не будем вызывать нашего таксиста, то вчера просто реально замерзли. Так, ну что, пойдемте. Вот название Palm City. Я вижу English Home. Так, Mavi вижу. Флот вижу. Катон вижу. Куда же мы пойдем с вами? Ага. И мы с вами пойдем прямо. Тут есть и фуд-зона, и большой гипермаркет. Ну, давайте в English Home зайдем. Я заглянула в English Home, снимать ничего не стала. Он в сравнении с нашим немножко меньше размером. Маруся, конечно же, не может пройти мимо Starbucks. Так, друзья мои, что я вижу? Караджа вижу. Ой, я вижу, что поезд на меня едет. Вот это я вижу. А что такое развлечение для деток? Класс. Турк-цел вижу. Оптик вижу. То есть, я так понимаю, тут идет два коридора. Здесь магазины и там магазины. Ну, пойдем так. Пенси-магазин. Караджа, где я купила набор кастрюль. Кастрюльками я очень довольна своими. Так. Да, мне напоминает это Рок-Кальмары в Таллине магазин. Большой торговый центр. Так, здесь есть Беко. Техника. Так, золото, друзья мои, видите, так называется. Кто-то из подписчиков говорит: Светлана, снимите обзор магазина золота. Как-нибудь сниму. Так, цены какие-то волшебные, которых я не вижу. Так, дальше у нас идет такой магазин. Такой магазин спортивный. Мадам Коко. А посмотрите, какой он маленький на самом деле. Все-таки в Сея-парке магазин Мадам Коко гораздо больше. Кстати, хочу посмотреть, кружка есть тут моя, которую я выкинула. Ну, людей много. Короче, магазин маленький. Дальше что у нас идет? Магазин косметики гратис. Хочу себе крем для ног. А моего я не вижу. Крема, который мне нравится. Так, такой здесь магазин есть. А вот напротив, кстати, видите, большой гипермаркет. Так, потом есть магазин вот такой вот. Магазин такой. Такой магазин. Еще магазин косметики Watson. Такой магазин. Упаковывать, наверное, на праздник. Так. Сейчас Watson зайду. Может быть, здесь есть крем для ног. Так. Детский магазин. Детский мир, да? Ой, там уже едой пахнет. Фудзона, кафешки. Нету и здесь моего, короче, этого самого крема. Так, ну вот фудзона начинается. Кафешки по кругу. И Макдональдс вижу. Маруся дома пообедала и уже опять хочет кушать. Бургер Кинг.
Марус, накормить тебя здесь? Или хочешь Starbucks посидеть? Лучше здесь. Лучше здесь покушать что-то хочешь? Я-то буду дома, у меня... Я почистила картошку, курочку, крылышки замариновала, поэтому я-то буду кушать дома. Так. KFC. А, вот и кинотеатр, кстати. Маруся хочет все-таки в Макдональдс. Макдональдс так Макдональдс. Очень шумно. Я говорю, Маруся, а что ты пиццу не хочешь? Она, а где она? А где она? И побежала искать, где пицца. А я проходила мимо столиков, смотрю, люди пиццу кушают. Короче, Маруся увидела у людей картошку такую, которую она заказывала, которую в аэропорту первый раз она попробовала, вот этой. И захотела эту картошку. Здесь смотрите, какие вкусняшки. Короче, скорее всего, она будет кушать в этом кафе. Сделала заказ, будем ждать. Заказала она, короче, наггетсы, картошку и колу. Вот я смотрю, у них заготовки уже готовые лежат. Но обслуживают очень медленно. Мы стоим уже минут 8. Неужели? Короче, ожидание 10 минут, друзья мои. Ой, Марусечка, я тебе помогу с пеннибордом. Иди, ищи себе место. Куда пойдем? Видите, там игровая комната даже есть большая. Типа как в Т1 у нас. Марусь, смотри, там, наверное, и батуты, да, и все остальное. Так, ну ладно, пенниборд я тебе оставляю. Да, я думаю, что можно, он же новый. Ты только переверни колесами его, переверни. Так вот, да, все. Вот так, и садись тогда. Пакет я тебе оставляю тоже? Все. Телефон у тебя. Я тогда пробегусь. Оставила Марусю, попробовала у нее печеную картошку, у нее там ассорти картошка. Вот. И пробежимся теперь по этому коридору с вами. Короче, фуд-зона заканчивается и идем по другой стороне по коридору. Какие еще магазины здесь есть? Это аксессуары, я так понимаю. Так. Большой магазин игрушек. А, он сплошной. Видите, там тоже дверь, можно выйти туда, на тот коридор. То есть магазины имеют два входа, два выхода, если я правильно понимаю. Так, а потом мы с вами зайдем вот в этот большой гипермаркет. Там, кстати, кафе. Вот. А, типа Лидо. Мы с Марусей как-то не заметили. Ну ладно. Так, что у нас здесь? Да, такой же магазин, как и с той стороны получается. Здесь игровая зона есть для детей. Если родители зашли в большой гипермаркет, видите, малыши могут поиграть здесь, покататься. Судя по тому, что здесь касса, может быть, это платно, потому что камера есть. Так, вот вход. Carrefour называется. Вот он, этот магазин называется Carrefour. Я
часто о нем слышала, но ни разу не была, друзья мои. Мы обязательно в него зайдем. А сейчас мы идем просто смотрим, какие еще магазины здесь есть. Бэко проходим, Вайкики проходим. Вижу Вайкики. Караджа, где мы покупали кастрюли. Вайкики очень маленькие. А сейчас зайду, гляну. Новогодний, видите, тут. Боже мой, как я люблю такую красоту. Смотрите. Так, что у нас? Ну, Вайкики. Товар везде одинаковый. Я бы в пижамы зашла. Нравится мне просто пижама Вайкики. Одел джинсы. Хотите цены на джинсы? Вот такие вот цены. 199, 229. Качество Вайкики очень хорошее джинса. Фасоны разные, цвета разные. Вот мой любимый отдел. Пижама. Пижама. Боже, какой он маленький. Мы с Марусей сделали вывод, что мы любим все-таки Сая Парк. Вот реально. Халатики, маечки. Так, пижамы. А вот и моя пижамка. Короче, маленький отдел очень. Теплые такие носочки, тапочки. Куртки. Чемоданы. Это детский отдел. Подписчица попросила обзор на детские магазины снять вам. Я хочу сказать, что в Турции культ детей вообще, культ мамочек беременных, поэтому детской одежды очень много, разной, и детских магазинов очень много. И реально детки здесь все красивые, яркие, и цены, а цены невысокие. Даже джинсы для деток, такие костюмчики, кофточки. Ну, вот, например, такая кофточка для девочки. Цена 3-4 года, 179 лир. Еще отдел детских. Тут, наверное, для мальчиков, для девочек отдельные сектора. Вот это, скорее всего, мальчуковая одежда. А это девчачья. Видите, какой пальчишко меряют для девочки или курточку. Вот, на манекене. Тоже красиво. Красиво. И юбочки такие вот. Боже мой, боже. Смотрите. Красота. Пижамки. Ой, да, девочка схватила лиловую. Какая красивая пижамка. Ой, я бы внучке такую купила. Оля, глянь. Какая красота. Очереди очень большие, потому что видно скидки. Или выходной день. Это мужской отдел. Вайкики здесь большой магазин. Такой же, как в Сая Парк. Выходим. Ну вот вышли с Вайкики. И дальше у нас идет Турксел. Опять сквозной коридор. Там мы с вами шли, видите? Starbucks там. Опять этот же паровозик. И здесь у нас уже Коллинз магазин и де-факто и Мави. Все. Мы обошли весь торговый центр, получается. Мави. Де-факто. Все. Возвращаемся, идем в Калифур.
Взяли мы, короче, каталку. 1 лира стоит. И сейчас пойдем с вами. Так, украшено уже магазин. Кому колпачки, кому колпачки. Видите, украшения на елку, дождики. Так, ну что у нас? Каштаны уже продают, друзья мои. Каштаны продают. Здесь игрушечный отдел. Кстати, настольные игры. Так, порошки. Масло. Так, впереди у нас телевизор и техника. Ну, мы не пойдем в технику, потому что, ну, а зачем нам техника? Мы уже все купили. Сковородки. Мне интересна посуда, друзья мои. Вот посмотреть, какие тут тарелки. Вот я вижу, что есть в серой гамме по 29, по 27. А моих тарелок нету. Есть вот такие вот интересные. В принципе, все. Так. Еще здесь вроде есть тарелки. А мне надо, значит, бумага для выпечки. Сейчас мы поищем бумагу для выпечки. Нашла я бумагу для выпечки. 23 стоит. Будем Марусе булочки готовить. Какие стаканчики веселые. Бокальчики. Вот такие вот. Тебе нравятся такие бокальчики? А вот свечи. А я сейчас в Айкике купила свечи. Тут и одеяло, и подушки, и книжный отдел. Короче, Carrefour, как я поняла, что это типа Сильвера, типа Рими. С Мигрос, короче, он нет сравнения. Мигрос, конечно, ему уступает. Это классный магазин. Так, сладости тут есть. Так. Даже огурцы есть. 87. Видите, какие здесь? Типа лимонадики. С разными вкусами. Дети их любят. Так. Сок у меня есть дома. Маруся хочет смузи. Вот сейчас посмотрим, есть тут. Ага, тут смузи дороже, чем Мигрос. Но мы все равно ей возьмем. Она любит клубнично-банановый. Что ты ищешь? Чипсы, но... Ты их пробовала? Нет. Ну возьми, попробуй. Спасибо. 20, а это из чего? Хурма. Это хурма? Это яблоко. А ты же яблоко не хочешь на тренировку? Я уже пробовала. Не нравится? Нравится, я хочу купить. Ага, поняла. Так, что у нас дальше? Мясной отдел. 149,90. Мясо очень красивое, кстати. Здесь цену я не вижу. Что у нас дальше идет? Большой очень магазин. Здесь приправы, специи, наверное. Крупы. Рис. Овощи. Ой, хочу зеленого. Завтра базар у нас. Не буду ничего сегодня покупать. Друзья мои, а что это такое, а? Боже мой, боже, рыбный магазин. Отдел рыбный, точнее. Прикольно. Но видите, как заказываете, и он вам будет сам выбирать. В Мигросе я сама там пальчиком тыкаю. А вот здесь вот типа
Лидо наша в Таллине, видите? Кафе. Наподобие Лидо. Мы с тобой сюда не дошли. Ничего, на будущее будем знать. Так, нам надо булка. Давай булку возьмем. Я бы такую, может, взяла. Я взяла эту булку, только я не знаю, сколько она стоит. Так, это у нас что? О, это тортики. Смотрите, какой красивый хлеб. А цена его 27 лир. Но он такой классный. Запах обалденный. И мужчина дал, короче, ему там его нарезали, этот хлеб. Боже мой, смотрите, оливки. Можно подойти и попробовать. А что, надо мне попробовать? Кстати, довольно-таки неплохо. Я вообще зеленые люблю, но эти божественные. Что это мне? Мороженое узрело. Да, давай возьмем. Ну, я не знаю, вкусное или нет. Ну, надо же попробовать. Вдруг вкусное. А какое? Ой, вот это я не знаю, Марусечка. А вон с той стороны еще мороженое есть. Или ты хочешь именно, что оно турецкое, да? Так а тут, наверное, все турецкое. Нет, турецкое не замечается. Да? Ой, фисташка моя. Так, надо будет сыр купить. Заканчивается сыр, который я натираю Марусе на макароны, если он здесь есть. Такого нету, конечно, который ей уже нравится. Это плавленые сырочки, кстати. Я умею делать классный пирог. Но мне надо найти слоеное тесто. Уважаемые подписчики, если вы знаете, как в Турции выглядит слоеное тесто, напишите мне, пожалуйста. Я тогда дам вам рецепт шикарной закуски пирога из плавленного сырочка. Маруся стояла очень долго около маленького холодильника с мороженым. А я говорю, ты иди, вот эта морозилка, посмотри, вся в мороженом. Посмотрите, сколько... Какое невкусное. А, у нас дома, да? Ну, вот это мы брали с тобой, по-моему, я брала. Да. Ну, вон, видишь, сколько мороженого здесь. Она стояла около маленького холодильника. Надо ходить. Ой, это уже не мороженое, друзья мои. Это гамбургеры, походу. Котлеты, наверное. Прикол. Это замороженные ягоды. Должно быть вкусное. Сколько стоит? 46. 46,90. Ну, пойдем на кассу, да, сразу. Я еще хочу. Можно? Ну давай, выбирай. Так возьми сразу. Ну, чтобы не расставила. А, ты будешь еще выбирать? А, ну ладно, выбирай. Сейчас еще, наверное, полчаса будет выбирать. Очень большие отделы с химией. Очень большие отделы. Так, здесь уже будут кассы. Ведра, пакеты.
Ой, пойду забирать уже Марусю. Наверное, уже определилась с мороженым. Или стоит все еще, думает. Боже мой, еще стоит, друзья мои. Ну, это вообще... Я долго думаю, а она еще дольше, чем я, думает. Пойду колбасы вам поснимаю тогда, пока она думает. Так, что у нас здесь? Ой, здесь у нас оливочки разные. Вкусненькие. Он набирает эти оливки, посмотрите, черные прямо. Вот колбаски. Вот если бы они еще вкусные были. Я же понимаю, что мне даже не хочется. Даже не хочется. Кто-то из подписчиков интересовался цветами для дома. Ну вот папоротник вижу за 20, за 57. Кактусы вижу по 6. Такие вот цветочки вижу. Красивые. Орхидеи вижу. Так что с цветами все в порядке в Турции. У меня не будет цветов. Стоит, выбирает. Марусечка, давай определяйся. Это сыры, я так понимаю. И масло. Маруся мне уже машет. Определилась. Наши покупочки. Вышли мы с магазина, и знаете что? Я ищу Зират Банк. Напротив входа в магазин есть только Акбанк. Акбанк. А где у нас Зират? Смотрите, уже вечер. Заходили, было светло. А выходим, темно. И все фотографируются. Так, где мы с вами видели стоянку такси? А, вот стоянка такси. Будем ехать домой. И я на фоне красоты.